Всем привет, вы на канале Игры Games. Сегодня играем в игру Extreme Bike Race. Игра для мобильных телефонов, а именно для Android. Так, это гонки на квадроциклах по городу. И нужно еще собирать монеты. А, тут еще... Ой, врезался. Так, рестар нашей игры. Так, собираем монетки. Ой, как разогнался. 180 по городу, вот это да. Так, похоже, что 180 это его максимальная скорость. Больше он не поедет. Так, я заметил, что по дороге вот встречается такой синий. А, это азот. Автоматический азот, который разгоняет квадроцикл до 300 км в час. Так, опять врезался. Ну, ничего страшного. Так, где наш азотик? Он мне понравился. Поймал азот и сразу тебе 250-300 км в час. Так, монетки. А вот азот пропустили. Такси помешало. Вот азот. Вот сейчас увидите, друзья. 230, 270, 300. Ой-ой-ой! Как же экстремально! Фух. Я думал, что точно врежусь. Опять азот. Опять азот, опять 300. 300 на квадроцикле. Круто. Вот азот снова. Снова азот, который светится. Подсвечивает квадроцикл. Какой-то волшебный азот. О, подсвечивает квадроцикл. Недолго проехал. Итак, что у нас есть в гараже? Сейчас у нас вот такой вот квадроцикл. Мы можем купить такой. 400 монет, 800 монет, 1200 монет. У нас сейчас есть 127 монет. То есть надо продолжать игру. Так, выбираем на время. Первый уровень. Поехали. Так, я уже боюсь этого азота. С такой скоростью по городу ехать это нереально. Ой, опять азот, опять 300. Опять 300 км в час. Повезло, что средняя полоса свободная. А если бы было интенсивное движение, что бы тогда я делал? Так. Собираем монетки. Нужно собрать 60 монет. Ой, опять азот. Закончился. Замечательно. Потихоньку продолжаем свое движение. Так, вот монетки. Отлично. Монетки. А, тут и... А, ну время есть, да. Осталось буквально 20 секунд. Я еще не набрал монеток. Нужное количество. Ай-яй-яй. Еще две монетки. Есть. Так, это понимаю, что второй уровень уже. Да. В том уровне было 160 монет, в этом уровне 120 монет. Нужно собрать. Так, волшебный азот.
или он не совсем волшебный. Ой-ой-ой. Монетки. Это замечательно. Опять волшебный азот. Так, 160 монет есть, уже даже 70. Осталось еще половина. Осталось половина. Так, 186. Отлично. Машину сбил. Вот это прикол. Я такого не ожидал, что квадроцикл сбил машину. Улетела машина. Так, 96. Ай-яй-яй, не успел я. Так, насобирал я уже 280 монет. Еще немножко. И я куплю мощный квадроцикл. Так, немножко другой уровень. Здесь не на время, а до того времени, пока бензин не закончится. Волшебный азот. Друзья, я понял. Волшебный азот позволяет убирать с дороги автомобили. Действительно, смотрите, раз, два, полетели. Он действительно волшебный. Так, еще чуть-чуть монет. Не надо насобирать. И уровень будет пройден. Так, еще буквально чуть-чуть монет. Есть. Уровень пройден. Так, вторая гонка. Так. Теперь надо ловить волшебный азот. Уйти с дороги. Ты тоже. Все. Рестарт гоночки. Так, единственное, что волшебный азот боится обочины. Так, отлично, волшебный азот. Вот, зацепил обочину. Поехали. Волшебный азот, отлично. Так, монетки, монетки. Нам нужны монетки. Ой, уже закончился. Волшебный азот. Так, быстро. Так. Закончился. Волшебный азот, отлично. Так, 52 монетки, практически половина. Так, одни же монетки, да? Что-то их все меньше и меньше. Друзья, игру можно будет скачать по ссылке в описании под этим видео. Так, волшебный азот, отлично. Ой-ой-ой. Меня заносит. Не надо резко нажимать вправо и влево, потому что сразу заносит. Так, 87 монет, половина есть.